Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 2 ноября, и вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий». Программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Задавайте свои вопросы, пожалуйста, на нашем портале nvk.defisonline.ru. Звоните нам в студию. Телефон вы видите на своих экранах 35-33-10. Мы будем рады, как всегда, любому интерактивному общению с вами. Сегодня у нас в гостях руководитель департамента охотничьего хозяйства Республики Саха-Якутия Николай Сметанин. Николай Николаевич, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Ну, давайте сразу к делу. Указ номер 625, одно из нового введений в законодательстве от 31 июля 2015 года, о введении ограничения охоты в охотничьих угодьях Республики Саха-Якутия. На кого, где, когда? Ну, вот это, ну, как сказать, не нововведение, а это уже мы третий год так и вводим ограничения, особенно по настоянию населения горного улуса. Это началось на сроки на копытных, у них сокращается. То есть, если у всех по 31 декабря, в горном улусе по 1 декабря будет на копытных. Угу. Плюс к этому еще мы Мирнинский улус и потянули, потому что там идет миграция диких северных оленей, сейчас очень мощно идет, и как раз она проходит по промзонам Алросы. Вот эти зоны мы уже третий год запрещаем, чтобы там охотились, потому что там очень большое, до 5-10 тысяч скоплений диких оленей проходит, это непосредственно через вот эту трассу, которая вот эти идет через промзону. И еще Панакунская, это Нюрба, тоже запросила, что в этих моментах надо будет эта миграция диких оленей, чтобы она проходила без никаких этих больших трудностей. Мы это, вот эти моменты, вот как раз маршрут, и там запрещается. Плюс к этому еще мы добавляем каменного глухаря и обыкновенно. Это наш эндемик получается. И на тех местах непосредственно, где идет запрет вот этих и идет миграция диких оленей, их там есть много. Поэтому мы тоже запрещаем, что это там охотники тут не ходили. Плюс к этому в 10 улусах мы запрещаем уже наверное, третий год запрет на зайца-беляка. Вот это центральные улусы, в основном это Заречье, плюс Верхоянский улус и вот Горный, Якутск и Хангаласы. Потому что только-только начинается появляться у нас заяц, а мы уже, чтобы это... Хорошо, Николай Николаевич, это из года в год, а что тогда нового еще есть в законодательстве, а также в правилах и сроках, может быть? Ну так, по новому, по законодательству у нас вот есть момент такой, что разрешение непосредственно, которое мы выдаем, нареканий очень много было вот со стороны населения, что мы разрешение выдаем, например, на уток или на, только на один район. Но в этом году нововведение есть, уже третий год мы ставили, наконец-то принято решение, вот непосредственно по водоплавающую дичь, на боровую дичь, на тех вот местах мы выдаем одно разрешение, а там можно написать несколько и улусов. И при том, вот осеннюю, на осеннюю охоту и на весеннюю охоту мы сейчас за раз даем. То есть это экономия вот госпошлину. Правда, госпошлина в прошлом году 450 была, а нынче она стала 650 рублей. Но берете вот на несколько урусов за раз. Притом еще на осеннюю охоту, плюс и на будущую весеннюю охоту мы сразу. Ну, давайте я сразу воспользуюсь и спрошу, а почему же, собственно, вот лицензия достаточно долгая и по нескольким улусам, по нескольким направлениям. Но если я хочу поехать по 5-6, не знаю, 7 направлениям, и закон мне это разрешает, так почему же нет места в лицензии, куда я могу это вписать? Да, и мне говорят, и мне говорят, когда я прихожу, ну-ка вычеркивайте. Нет, это до этого года было, так. В прошлом году, а сейчас она уже все разрешена. Я говорю, вот это мы ставили этот вопрос 3 года подряд, да, и наконец-то мы добились, что это разрешение, чтобы это охотник лишний раз не бегал. И на весеннюю, на осеннюю охоту прямо сейчас. Там 10 граф, вот эти 10 графах вы можете написать и все виды, на которые вы хотите охотиться, это имеется в виду водоплавающая и боровая дичь. Да, и там сроки охоты. Правда, это сроки охоты раздельные, и поэтому приходится нам по несколько раз идти. Понятно. Да. Это и понятно. Там на преамбуле сразу пишется, на каких улусах. Так что это... Ясно. А коренные малочисленные народы севера по законодательству сейчас получают...
Так, ну, по коренным малочисленным народам севера, это в 2009 году было принято, в смысле, 19-я статья, конкретно ее защищают. Ну, есть момент такой, что это мы пока не можем проставить это непосредственно штампики, чтобы они охотились без каких-либо разрешений и, ну, куда угодно, да, потому что законодателям тут есть маленький пробел. Именно кочующим оленеводам или непосредственно охотнику это ставить. Поэтому ну, сейчас Илтумен уже это обсуждается, а мы надеемся, что примется эта статья, и плюс мы еще доработаем и введем критерии непосредственно, кому ставить, чтобы он без каких-либо разрешений ходил и поохотился на, в смысле, для своих этих пропитаний. Понятно. Это уже делается и уже принято. Почти. Ну, я считаю, что преамбула у нас удалась. Теперь конкретные вопросы. Вопрос, продолжаем про перелетные птицы. По осени, как известно, дата окончания сезона открыта. Почему она не может быть открыта по весне? Выдавать лицензии с открытой даты. Объясню почему. Потому что выдается, как правило, на 10 дней, по 16, по 17 мая. Прилетают они раньше. Охотники кусают локти, но и даже выходя на охоту там 14, 15, 16 уже кладка. Ну вот и есть момент такой, что все ставят, да, со дня перелета, что мы поохотились. Ну так законодательство и непосредственно правила охоты это не принято. Всего нам дается 10 дней. Вот эти 10 дней мы имеем право ставить, ну, или с конца апреля сразу, или можем где-то в середине мая. Мы что и делали. Запросы мы ежегодно отправляем это муниципальным образованием, там и советы по охоте, и каждый улус выбирает, какой срок и как, когда проставить. Ну, я думаю, мы сейчас в самом середке находимся. Возможно, нынче еще раз мы скорректируем это. Эти сроки, потому что да, есть высказывания, несколько эти улусы поднимают вопрос. Мы зависим от того, что по желанию населения. Ну, тут надо сказать, 10 дней нам дается, эти 10 дней куда ставить, да? А плюс еще я добавлю, что именно для Якутии у нас почти два срока. Потому, я говорю, потому что 4 дня у нас дается на турпана. Это нигде не написано, но правила вот, Российской Федерации, она уже вошла. Это по настоянию нашей главы непосредственно. Почему вот ставили вопрос старики. Испокон веков у нас традиционная охота с 1 по 4 это на турпана. Почему это не открывается? А у нас никак не получается. Как вы сказали, вот в апреле прилетает и все 10 дней заканчивается. Поэтому мы поставили вопрос перед уполномоченным органом России. И она пошла нам навстречу, и из первого по четвертого у нас на НД. Николай Николаевич, учитывая то, что в республике проживает максимальное количество охотников, 90 тысяч, если я не ошибаюсь, или около 90 тысяч, да? Те, которые имеют... Ну, непосредственно у нас на сегодня охотничьи билеты. 91 тысяча. Так почему бы не пролоббировать охотников. Изменения и в этой части? Ну, пусть 20 дней дадут на перелетную птицу. Не, ну это по всей России принято так, и при том. А в Якутии нас, будет да, принято по-другому. Не, у нас же как весной птицы прилетают, чтобы там размножиться, да? Поэтому обязательно у нас запрещено охота на уток, только на самых уток. На селезни только разрешено. Но в одно время мы добились, что стрелять всех подряд, но потом Россия сказала, ну вы как-то это белое. Николай Николаевич, у нас есть звонок от зрителя. Зрители это главное для нас. Пожалуйста, представьтесь, из какого вы города, из какого района. Задавайте свой вопрос, пожалуйста, нашему гостю. Я Княрин, Иванов, моя фамилия. Заходитесь, стаж у меня с 86 года. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Я такой вопрос. Я с Нерингри. Пожалуйста, вопрос задавайте, времени мало. С Нерингри. Иванов Сергей, короче, у меня такой вопрос. У нас получается в Нерингринском районе земли общего пользования есть. И есть такой МОП Ендра. И у нас получается все долины, где мы раньше охотились, у нас же горы, горный район. И где вот у нас все получается Горбулатские озера, одно единственное место, где мы раньше охотились. Потом вот эта Енгра отобрала у нас, можно сказать так, земли, сказали, это наши родовые земли. И получается, что мы, простые охотники, сейчас охотимся на лужах и на камнях. Потому что у нас 2 метра от дороги туда, 2 метра сюда, остальное все общины, то... Вопрос понятен.
Спасибо. Мы не можем охотиться. Спасибо вам большое за вопрос, он понятен нашему гостю. Пожалуйста. Ну вот это в 2008 мы начали работать к этому времени, как раз с 2009 закон должен был приняться. Мы заранее это упредили и всем объявили, что это надо закрепляться на тех территориях непосредственно, где ковыти охотятся. Да? И ГУП Венгрия подала заявление, и непосредственно по конкурсу она вот эти угодья за ним закреплены. Но тут ему закреплено, потому что они должны там, на месте, непосредственно организовать эту же охоту. Например, если закреплено в территориях и идет, они обязаны просто выдавать на путевки, дать разрешение на этого охотника, и чтобы они на все вот это нелимитируемые виды решили охотиться. Тут маленько тут надо обратиться там, непосредственно, за кем это закреплено, потому что государство им это доверило. Хорошо. А общедоступное угодье это, ну, общедоступно, особенно рядом с этими населенными пунктами. Хорошо, двигаемся дальше. Переходим от птичек к копытным. Когда начинают выдавать лицензии, всегда, собственно говоря, происходит давка. А нельзя ли как-то отцивилизовать вот эту выдачу лицензий, ну, я не знаю, сделать в электронном виде, что ли? Ну, как раз вот на последнем совете, это 16 сентября, этот вопрос тоже уполномоченным органом поднято было субъектом. Почему так, да, именно так? Ну, в законодательстве написано, что субъект сам принимает это решение законодательно. Ну, наше мы приняли, что на порядке общей очереди. Но если идет цивилизация непосредственно, мы можем вести электронную очередь. Но тут надо посмотреть, сейчас 1000 человек сразу за разом дать, а кто первым из них? Как она будет градироваться? Вот это вот тоже вопрос. А вообще, вот, собственно, вопрос регламентации. Это можно сделать, но мы любому предложению рады, если это сделаем, если программу можно сделать, пожалуйста. То есть вы открыты к предложениям, да. если найдутся таковые? Да, мы сами это голову ломаем, чтобы очереди поменьше было. А тут надо дать и момент такой, что если на 1900 на лосях дается лицензия, да, всего у нас где-то 200 на общедоступные дается. А остальное идет, как вы сказали, да, сейчас да, да, да. идет закрепленным, то есть хозяевам территории. Они непосредственно в улусах, к ним нужно подойти. Например, вот если в горном улусе мы 100 разрешений выдаем, из них только 20 мы имеем право выдавать, остальные 80 идет пользователям. То есть вот да, этим, понятно, да, понятно. Кто-нибудь за кем закреплено. Вот они просто обязаны, чтобы охотников они тут приняли, и чтобы они дали егерей, дали этот собак, вот нужно организовать охоту. А что на 20 всего и толкается весь это. Вот это, ну, или не по понятию это, или это, ну, в основном надо держаться. Не по понятию, это хорошо. Да. Николай Нет. Николаевич, но, может быть, тогда еще будут предложения от наших зрителей, да, от заинтересованных охотников, не только по вот, упорядочению очередей, да, но еще и по тому, может быть, как-то эту очередь, там не в порядке общей очереди выдавать эти лицензии, потому и давка возникает, да, потому что ограниченное количество лицензий и вот по улусам. Ну, может быть, как-то на конкурсной основе, может, как-то по-другому еще. Ну, так и вот этот вопрос сейчас... Потому что браконьерство-то да, все равно цветет. Да. Не досталось лицензии человеку, да, все равно пошел стрелять. Ну, вот это головная боль, с одной стороны. Сейчас уполномоченный орган тоже думает, мы тоже думаем. Вот это мы будем, как я сказал, рады будем любому предложению. Под эту программу можно разработать. Мы через МФЦ сейчас работаем. Непосредственно это 35 улусов, 29 уже у нас ну, практически в каждом. Да, работают. Да. Но по лимитируемым видам мы пока не ввели, потому что мы не хотим это тоже МФЦ поставляться, что 2000 человек сразу навалом на них, и это, поэтому весь удар пока мы на себя принимаем, но в последующем мы можем какую-то часть через МФЦ тоже пропустить. Николай Николаевич, еще, пожалуйста, звонок от нашего зрителя. Пожалуйста, представьтесь, из какого вы города, и задавайте вопрос нашему гостю, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Я Александр Николаевич Петров, город Якутск, малочисленный народ севера по национальности эвенк. Значит, я живу в городе Якутске, 5 детей. И вот сейчас ответ Николая Николаевича прозвучал о том, что малочисленным народом севера разрешается именно только для пропитания. Но в законе 19 статье, как конкретно оговаривается, соблюдение именно обычаев, традиций малочисленных народов севера. То есть для обучения моих детей я могу вот этим правом воспользоваться.
Спасибо за вопрос. Ну, вот, вопрос задан. Прошу да, вас. Потому что вот по эти 19 статьи как раз вот работает Илтами. В этом смысле мы сегодня только тоже посовещались по этому вопросу, как все это определить и как все это узаконить по-нормальному, потому что все охотугодия имеют хозяев, и как это я малочисленный род, я хочу охотиться, потому что у меня есть закон решает. Но в этом какие-то критерии должны быть. Поэтому мы дорабатываем. А что касается непосредственно, есть места традиционного природопользования, которые 631, это в 2009 году распоряжением Российской Федерации на утверждено правительство. В этих местах, конечно, вошло только населенными пунктами. Например, в Кабельском области от себя это Себян и Сегенкюль. А вот Абы это Кабергена только. Да. Ну, у нас только муниципальное образование, компенсационные идти. Поэтому надо ввести ну, в некоторых вот этих нормативных актах дополнение. После этого конкретно начнет это 19 старя по нормальному работать. Спасибо, Николай Николаевич. У нас еще один звонок от зрителей. Пожалуйста, представьтесь, из какого вы города. И, пожалуйста, вопрос нашему гостю. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Город Якутск, Петров. А у меня вопрос вот такой вот. То есть вот меня интересует, какой процент охотугодий общего пользования по отношению к охотугодиям, которые заняты общинами и так далее. Сможете ответить? Да. Спасибо за вопрос. У нас охотугодия огромные. 305 миллионов 616 тысяч га. Из них закреплено 134 миллиона, притом это 134 миллиона, 52% это за малочисленную родственность севера. Непосредственно исконные территории мы за ними и закрепили. А что касается общего пользования, у нас 94 миллиона. Но она из года в год маленько добавляется, потому что некоторые вот, юридические лица отказываются, и она идет к этому общедоступному. Так что у нас есть места довольно. И как раз закон обязывает, что не менее 20% должно быть общего. Не менее 20%. Да, да, понятно. А мы у нас 30, около 30. Еще короткий вопрос такой. Он тоже, в общем, связан в какой-то мере с браконьерством. Охота на косуль. Выдается лицензия, но никто не ходит по тайге днем. Все это знают, и вы это знаете, и это всем известно, охотятся ночью с фарами. Почему бы тогда не пойти как-то вот не найти точки соприкосновения, ведь это может и принести доход, потому что лицензия будет стоить денег, и это сохранит популяцию, потому что не будут семь отстреливать, одну. Ну, так это и общее законодательство неправильно оно запрещено, потому что фармы это уже, нонсенс как-то, да. Но тут надо объяснить. У нас минута до конца, очень коротко, 10 секунд. Да, на косуль-то 21 тысяча мы считаем, и мы 800 выдаем. Ну, я думаю, что парить это 800 не стоит. Все понятно. Ваше пожелание телезрителям? Так, это ноябрь месяц, это месяц баяная. Я пожелал бы нашим охотникам, которые непосредственно промысловикам, имеется в виду, которые за соболем сейчас бегают, чтобы им было удачи. Сопутствовало. Николай Николаевич, спасибо за встречу. Сегодняшний выпуск «Арены событий» завершен. Смотрите нас в четверг, в это же время поговорим о тарифах на газ. Всего вам хорошего. До свидания.